Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу сегодня вас познакомить вот с таким оригинальным способом набора петель. Он еще называется фабричный. Край изделия в фабричных изделиях выглядит примерно так же. Вот я тут нашла свой свитер. И край, вот это сделано на машине, на фабрике. А это связала я вручную. Вот сейчас я хочу познакомить вас с таким способом набора петель. Посмотрела в интернете несколько вариантов и такой выбрала для себя. Он очень-очень простой. Набросовую нить обычным способом набираю петли. Мне нужно набрать петель в два раза меньше, чем мне нужно для изделия. Например, если мне нужно набрать для свитера 100 петель, для того, чтобы вывязать спинку, таким способом я набираю 50. Половину. Для образца я набрала 20, нитку обрезаю, беру рабочую нить и начинаю вязать с первой петли, кромочных здесь не будет, лицевой ряд. Сразу начинаю с первой петли. Все петли провязала лицевыми. Переворачиваю вязание, следующий ряд, включая первую петлю, провязываю изнаночными. Все изнаночные, включая кромочную. Она не кромочная, она крайняя, тоже изнаночные. Все изнаночные. Следующий ряд. Все лицевые. Начиная с первой. Провязала 3 ряда. 2 лицевых, 1 изнаночный. Чулочной вязкой. Следующий ряд. Снимаю первую кромочную, затем 2 изнаночных. И следующие 2 петли я буду вывязывать из вот этих вот петель первого ряда рабочей нитью, которые были провязаны, которые над этими изнаночными. Вот, например, вот это лицевая, и под следующей изнаночной вот это лицевая. Таким образом у нас начинают петли удваиваться. Затем опять 2 изнаночных. И вот эти 2 петли провязываю лицевыми. Вот так поднимаю. Лицевая. Поднимаю вторую. Тоже лицевая. Следующие 2 изнаночные. Лицевая. Еще одна лицевая. И так довязываю до конца ряда. 2 изнаночные. И поднимаю вот эти лицевые. Вот так. Таким образом у меня вот так вот заворачивается этот край. Дальше опять 2 изнаночные. Ну, таким образом до конца ряда. Затем вот так. Одна лицевая. Последние 2 петли точно так же. 2 изнаночные и поднимаю с первого ряда, провязываю лицевой, еще одну.
провязываю лицевой и последнее окромочное лицевое. Все. Вот и сделала я такой красивый фабричный край, который будет хорошо растягиваться. Дальше вяжу резинкой 2×2. Это очень удобный способ, чтобы сделать резинку 2×2. Внизу есть изделие на манжетах или на горловине. Здесь вяжу по рисунку, ну, над изнаночным и изнаночным, лицевыми и лицевые. Здесь все отлично видно. Немножко плотное такое полотно пока что получается. Из-за того, что петли я подняла, он немножко... Тут такое... Первый ряд этот после подъема достаточно плотный получается. Дальше вяжем по рисунку резинку нужной высоты, длины. Я связала резинку, и теперь начнется настоящая магия. Беру ножницы и срезаю, аккуратно срезаю бросовую нить. И получается чудесный край изделия. Вот такой чудесный эластичный получился край изделия. Вот так же, как у меня серый. Это очень простой способ набора петель. Край получается таким вот аккуратным, эластичным. Практически таким, как его делают на фабрике. Вот, в готовом изделии, которое сделали, связали на трикотажной фабрике. Освоить этот способ очень просто. И край изделия будет аккуратным и красивым. Спасибо всем за внимание. Всего доброго, до свидания.